Всем привет! Вы смотрите передачу «Покашеварим». Передача «Покашеварим» — это передача про вкусные блюда на обычной домашней кухне. Не забывайте подписываться на канал, смотреть мои видео и ставить пальцы вверх. Сегодня я вам покажу одно из самых вкусных куриных блюд, которое только можно себе представить. Что же мы будем делать? Я вас заинтриговал наверняка. А делать мы с вами сегодня будем куриные ножки, фаршированные грибами. Итак, что же нам потребуется для приготовления этого блюда? В первую очередь, конечно же, куриные ножки. У меня здесь 4 штуки. Еще нам нужно где-то 6 шампиньончиков, достаточно крупных. 2 средненькие луковицы, 4 кусочка белого хлеба. Конечно же, зелень. Я возьму укропчик просто. Еще нам нужна какая-нибудь приправа для курицы. Главное, чтобы в ней не было глютамата какого-нибудь, а были натуральные ингредиенты. У меня вот здесь соль, чеснок, паприка, кориандр, куркума, перец... Перец красный, майоран, базилик и какая-то еще шамбала. Натуральный продукт, поэтому им можно легко пользоваться и потом давать детям. Еще плюс к приправе для курицы нам потребуется черный перец, солюшка, майонез или сметана. Берите, что хотите. Еще нам нужно растительное масло для жарки. Первая задача – это аккуратно снять кожу с окорочков. Снять ее надо таким образом, чтобы кожа держалась за конец сустава. Когда мы сняли кожу, вот в этом месте надо перерубить косточку. Должен получиться такой свободный кармашек из куриной кожи. Все мясо срезаем с кости. Хлеб замачиваем в воде и отжимаем. Лук и грибы нарезаем кубиками. Лук с грибами обжариваем в растительном масле примерно 8 минут. Дважды через мясорубку пропускаем куриное мясо вместе с отжатым хлебом. Добавляем в фарш обжаренный лук и грибы. Мелко рубим зеленушечку и тоже отправляем в фарш. Добавляем к фаршу 1 полную чайную ложку приправы для курицы. Еще немного солим, ну совсем чуть-чуть, ну вот где-то 1/4 чайной ложки, наверное. И, конечно же, добавляем свежемолотый черный перец. А перца надо примерно 1/4 чайной ложки. Наполняем ножки полученным фаршем. Выкладываем на противень швом вниз. Смазываем ножки сметаной или майонезом. И запекаем 15-20 минут при 180 градусах.
Вкуснейшие куриные ножки готовы, друзья. В итоге у нас получился чумовой ужин из достаточно недорогих ингредиентов. Что может быть лучше, правильно? С вами была передача «Покашеварим». Всем пока, до новых встреч!